Ну, прежде всего, нам надо проанализировать структуру и направленность учреждений культуры, потому что по нашему проекту то, что нам предписано, мы абсолютно точно выполним, и мы понимаем, что мы будем проводить мероприятия и по ремонту, по строительству новых учреждений культуры, но мы видим, что сегодня, за прошедшее время, когда мы анализируем количество учреждений культуры на количество проживающих, то сегодня в связи с прошедшим оттоком сельского населения у нас есть, ну, наверное, так сказать, некий дисбаланс относительно количества учреждений культуры, работников культуры, которые работают по территориальным образованиям, и мы видим, что крупные, так сказать, территориальные образования, такие как Вышний Волочок, Торжок, город Ржев, город Кимры, надо усиливать, надо обязательно усиливать и количеством работников культуры, и количеством учреждений. При этом, так сказать, никто не оспаривает необходимость продолжения развития и поддержания культуры на селе.